Отлично! Отлично! Раскланивайся, принц Чаминг, и иди себе. Что ж, это была неплохая попытка. Прошу прощения, я ухожу влево от сцены. Пока нет. Вот это уже достойно. Шоу. Давай, Шрек, поднимайся. Ну, поприветствуй их. Они любят тебя. Шрек, Шрек, смотри, это Арти, в смысле Артур. То есть король, я хотел сказать. Я всегда в него верил. Ой, да ладно. Да-да, как я всегда и предполагал, под этой мерзкой зеленой волосатой вонючей оболочкой скрывался добрый папочка. Нас ждет банкет! Шрек, вперед! Лови удачу за хвост! Все здесь соберутся, будут орешки и мороженое, и бутербродики с ветчиной, и бананы. Ох, мороженое, ты же знаешь, как я его люблю! И раз уж теперь Арти король, думаю, нам бы не помешали некие королевские привилегии. Например, пожизненное обеспечение шоколадным сиропом. И может, нам удастся выбить мыло для тебя? Оно, несомненно, пойдет тебе на пользу. Ладно, осел, вот тебе королевский указ. Заткнись! Я-то лично ничего не имею против, если хочешь оставаться мистером Вонючкой. Просто надо же и о других позаботиться. Ты ведь в некотором роде фигура публичная. Осел!